Пермяками, которые пока не могут из своей половины поля выйти. Вот кто здесь? Черлука. Черлука проигрывает позицию. 2 в 1. Вываливает Самкар. Можно открывать счет. Опасная ситуация. Отличная передача. И выручает свою команду Крешич. Черлука, Черлука. Ползком сейчас шел к мячу, который был примерно на одинаковом расстоянии между игроком Локомотива и игроком Мамкара. Но Черлука проиграл. Ну и Пекущак с Игнатовичем как сыграли. Не Пекущак, прошу прощения, а Коломейцев это был. Не каждый все-таки на скорости вырежет такую точную подачу в центр на своего нападающего. Молодец. Причем он сделал это внешней стороной стопы, что точно сделать сложнее, чем внутренней.